Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале у Татьяны. Сегодня я хочу вам рассказать, как мы сажаем картошку. Этой весной мы решили посадить картошку двумя способами. Первый способ посадки под солому. Как мы это делаем? Выделили небольшую полоску земли, в ней сделали небольшие углубления и попробуем посадить этим способом. Вот у меня хороший посадочный материал, хорошая картошка. Я ее обрабатываю престижем, развела престиж и каждую картошечку обработала таким методом. Вот так. На дно нашей ямки мы положили навоз, удобрили землю. Теперь улаживаем картошечку. По две штучки я буду ложить. Вот так. Далеко друг от друга. Легонько. Присыпаем землей чуть-чуть, не так, как обычно, чуть-чуть. Следующий этап — это солома или у кого что есть, сено. 3-4 сантиметра мы будем улаживать солому сверху картошечки. Устилаем всю площадь картошечки нашей соломой. Я сейчас покажу, как это делается. Вот таким способом улаживаем. После того, как мы уложили солому по всему участку, мы нагребаем сверху землю. Для чего? Для того, чтобы солома не разлетелась по всему огороду. Этим методом посадки картошки мы преследуем такую цель. Мы хотим, чтобы удержалась влага, побольше влаги в земле. Так как у нас такой климат, что дожди редко выпадают, мы хотим, чтобы урожай был хороший, и сажаем картошку под солому. Но сегодня мы еще будем сажать картошку обычным способом. Сегодня мы хотим посадить еще картошку обычным способом. Делаем ямки глубиной 50 сантиметров, потом между ними расстояние сантиметров 30-40 и сажаем картошку. На дно ямки мы ложим навоз, обработанный посадочный материал, престижем, улаживаем на дно ямки и засыпаем. Мы хотим увидеть результат. Первым способом посажена картошка по целому, а второй способ обычный. В следующих видео мы будем вам показывать, как развивается наша картошка, как растет. И по конце сезона увидим результат. Сажаем по две картошечки. Улаживаю. Это у нас ранняя картошка. Ну,
таким способом мы посадим весь этот участок. Вот мы посадили двумя способами картошку. Один способ под солому, другой обычный. Будем ждать результата. Надеемся, что все получится. Если вам интересно, что будет дальше, приходите ко мне на канал. Вместе посмотрим результаты нашего эксперимента. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока-пока.